Всем привет, на связи Эва, это канал Бодр Геймер, и мы продолжаем наши приключения в мире волшебства и Хогвартса. Волшебства и Холодца. Куда-то мы заходим? Куда мы заходим? Что здесь? Я не прочитала, а что там? Темница? Давайте дадим Снальпову недостающие ингредиенты. У нас будут неприятности, если он поймает нас здесь. Он подумает, что это мы стащили его. Ну так... Он же и так подумает, что это вы стащили его. Смешные такие. Такс. Эрм, тогда опять я, может, подожду здесь. Снайп меня нервирует. Какие мы нежные. О, господи. А, Поттер нашел ленивый мозг. Это была хитрая охота или заевшая совесть вора? Ну, где это было, Поттер? В твоей собственной голове? Неси в класс! Ну, хорошая шутка. Хорошая. Походка, конечно, здесь... У него же такая походка. Он такой... Плащ развивается. Такая атмосфера. А тут такой... Сейчас мы будем зелье варить? Йоу. Такс. Угу, нас опять заперли. Чудесно. Так, ну запишемся мы потом как-нибудь. А сейчас... Это что? А, я туда хочу, но я туда не могу пока. Ну ладно. По... Чё? В портретной комнате еще? Блин, не, ну ладно, сохранимся. Чё бы нет. Лишним не будет. А то как потеряем весь прогресс. Будет обидно. Так. Идешь в лекарственный класс, Гарри, не опаздывай. Снайпс — настоящая боль. Снайпс ужасно. Он всегда ищет оправдание, что снимает жизнь дома Гриффиндор. Нам нужны зеленые ароматные бобы для нашего следующего эксперимента. Знаешь такие тележки троллей? Достань нам бобы, и мы дадим тебе пароль для портрета. Ну чё, рандомные слова какие-то. Знаешь такие тележки троллей, достанем нам бобы. А. Вот к этой даме побыл. О боже, ты же не применишь проклятие на мне. Здесь обычно так мило и тихо, но все манеры странных вещей пришли в движение. Могу показать тебе место, где можно спрятаться, если ты мне скажешь пароль. Ступай и будь очень осторожен. Да на тебе уже применили проклятие, по-моему. Чё-то какая-то дёрганая тётя. Так. Ох, ё-моё. Так, поберем, конечно же. Давай. Такс. Это одно из моих любимых занятий в этой игре было. Кататься по перилам. Да ё-моё. Наконец-то, Гарри. У меня есть идея, где можно... Какая ты надоедливая. Но сначала нужно отправиться в лечебный класс. Давай, Гарри, мы же не хотим заставлять Снайпа ждать. Время еще не пошло, так что я могу шляться, где хочу. А, не могу. Идем учиться. Грызть гранит волшебной науки. А теперь внимание, Поттер. Чтобы приготовить лекарство Бигвегнел, ты должен сначала разжечь котел. Тогда ты должен нажать три обозначенных символа, пока котел наполняется. Если ты наполнишь котел, в чем я сомневаюсь, ты сможешь разжечь котел, чтобы вернуть лекарство. Твой ход, Поттер. Ага. Ну, ого. Блин, я хочу прочитать, что тут написано. Побег мяты, сок бум ягоды. Вытяжка мандрагоры. Капли медовой воды. Слизь ленивого мозгу. Капли лунной росы.
А, так вот, чудесно. Романтично прям. Достаточно, только дурак ожидает лучшего. О. Поттер, я никогда не видел такой жалкой работы. Иди, принеси банку светлячков из соседней комнаты. За что вы так со мной? О, ты кто такой? Офигеть. Нас убили, все. Конечно, нет. Куда мы там провалились? В преисподнюю? Нет, не в преисподнюю. Ага. Ой, какие милахи. У них что, грудь на спине, что ли? Нет? Что мне? Везде мерещится грудь. Нет, не попало. Так. Ну давай, становись уже. Дружище. Плюх. Так, а ты там где стоишь? А, вот там, да. Ладно, встанем вот так. Чтобы было видно, что как он плюхается. Плюх. Ой. Апчхи. 10 очков Гриффиндору. Надо было озвучку сделать. 10 очков. Е-е-е, 10 очков. Прикольно. Действительно. Гарри, это я, Раймонд. Ты видишь мою киску? Слышь, как она меня учит. Ты там все сидишь все это время? Уже бы спустился сам и поднял бы свою киску. Так, на кладбище. Ага. Так, а там что? Вот темница. Стоп. Киска где-то здесь, я слышу ее. Киска, кис, 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 кис. Кис. Ой. Ящик надо... А чё вы тут? О. О, бобы! Пьём-пьём-пьём. Бобы — это хорошее дело. Ой. Ой, мышки. Ага. Ой. Это... Ёшкин кот, котик. С крыши нашла. Крыса сейчас котика съест. Фуф. Она чуть меня не съела, эта крыса. Котик, пойдем. Ой, посмотрите, какой. Погодите, где он? Ой, дебози ему. Пойдем со мной. Пойдем, 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 пойдем. Так. Давай, давай, не отставай. Мяу-мяу, да. Пойдем. Сейчас отдадим тебя твоему непутевому хозяину. Если не хочешь, можешь со мной остаться. Угу. Ой, давайте вот так камеру. Смотрите, ой, дебози мой, какой голосый. Так. Что-то я... Давай-давай, беги, догоняй. У меня еще куча дел. Че, потерялся, что ли? Где ты? О, пойдем, пойдем. Кс-кс-кс. Да здесь. Ага, все нормально. Давай, отлевиозим тебя. Вингардиум левиоза. Спасибо, Гарри. Вот тебе карты известных ведьм и колдунов. О, тут еще и квесты, видите, есть. Побочные. Отлично. Ну, давайте подходим. Эдгар Строуглер.
Посмотрим. А, меня что... Чё... Я ж надеюсь, меня сейчас не телепортируют куда-нибудь там. Эдгар Слоуглер, 1703 по 1798. Угу. Изобретатель хитроскопа. Хе, хитроскоп. Все? И ладно. Спасибо. Хитроскоп. Ага. Сейчас у нас тут начнется что-то. А! Ой, а там. Ё-моё, там тролль какой-то или что это? Сейчас нас накажет мамка троллей за то, что мы ее этих трольчат затроллили. Ну, атмосферка здесь волшебная очень. Прям. Давай, Гарри. Аккуратненько. Так, а... И чё ты запрыгнул сюда? У тебя там нет панелей этих. Ух, блин. Так, ну этот... А, ну все, понятно. Откуда я пришел? Вот отсюда пришел. Вот сюда, значит, надо зайти. Чтобы... А еще что-то поднять. Ага. О, ёшкин кошкин. Начинается. Ладно, надеюсь, я могу пройти. А, самая умная, да? С той стороны можешь пройти тут. Ладно. Значит, будем филипендить коту, да? Ёшкин кот. Блин. Хе-а. Хе-а. Ух, ёшкин. Макарёшкин. Макарошкин. Гарри, соберись. А нет. Давай. Опа, молодец. Ай, да что за молодец. Ой, лягушек нам еще подвезли. Сейчас рычажок тоже нажму. Давай. И туда плюхайся, правильно, все нормально. Так, это мы одну подняли? Ага, одну. Понятно. Ух-ху-ху. Прям какой-то бит получился. Чау. 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 Так. Спальня тролля. Ёшкин кот, это вам не ёшкин кот, это вам... Всё. А-а. Блин, страшно. Очень страшно. Крючок надо жать? Аз. А. Храпит как? Ингардиум Левиоза. Кошка.
Ничего, у выхода сразу уснул, что ли? Интересно, ну-ка. Извините. Просто немножечко шалю. Так. Так, это отсюда, да? Фух, блин, я думала, сейчас не допрыгнешь. Страшная дверь. Ага. Ё-май! А вы опасны? О, ёшкин. Вы кто? Вы что, спокойные, что ли? Блин, они меня сейчас убьют, наверное, нет? Или что, они агрятся? Вы злитесь на людей? А ну! Ой, он машет! Да машешься, блин. Шпаньк! Так, ну лягушка нам нужна как раз. На один укус. Так. А ну давай. Чё, блин, мне эта игра казалась сложнее гораздо. Ну, это, видимо, в детстве, потому что играла. Сейчас прям так расслабляешься, прям аж... О-о-о, я просто улетела, все, класс. Так, прям на одной, ну как, на одном дыхании. Так, идешь по сюжету, прям... На чиле, на расслабоне. Так. Так, ну я зашла, по-моему, в округу, из округлой двери, да? Или нет? Или... Не, ладно. Нет. Да. Сюда. О! Красные ветлячки. Там тебя профессор уже заждался, между прочим. Так, стоп, а вот эти. Flipendo. Flipendo. Я должна была проверить. С Гарри, где ты был? Что ты там делал? Я не ждал, что ты вернешься так скоро. Дай мне этих светлячков. Надо было убегать с банкой. Теперь оставь меня в покое, Поттер. Твои занятия по защите против темных сил того гляди начнутся. И ты уже опаздываешь. Такие зелья еще не научилась варить. Вот. Ой, ёшкин. А что вы закрыли? Может, я хочу? Я, пожалуй, из Министерства образования. Так, а сюда мне надо теперь и куда? О, ёшкин кот, это сейчас будет профессор Каверил, да? Ладно. А, ладно. О, дрят. А. Так, а... Ладно, соберу бобы. А, бобы. Всем так нужны. Так, здесь что-то слишком много времени дают. Значит, здесь две комнаты, да? Еще и ржущие книги. Как прекрасно. Так, ладно. А, чё они... Ой. А, понятно. Да ёшкин! Как так? Непорядок. Вот это начинается у меня. Мимолетность. Да ёшкин! Чё, что мне надо делать?
Я сюда еще вернусь. Блин. Так, время, не нервируй меня. Так. Спокойно, еще половина этого почти времени. Давай, сейчас книжка станет. Ты прыгнешь. В следующую комнату пройдешь, и вообще красавчик. Опачки, опачки, все хорошо. Ёшки, ну и в следующей бобы, да? Чтоб вас. Ой, там еще и упал. Ну, какая красота, блин. Ладно. Добро пожаловать, юный мистер Поттер, в защиту против темных сил. Ты как раз вовремя. Соберитесь круг глаз. Я профессор Курил, это ваше занятие по защите против темных сил. Ты можешь начать, Гарри. Сегодня мы научимся самому мощному заклинанию. Он ничего против заикающихся людей не имею, конечно же. Это просто забавный персонаж. Это было хорошо. Это было восхитительно. Превосходно. Внимание, пожалуйста, это довольно сложно. Угу. Это было хорошо. Отлично. Превосходно. Следите внимательно. О боже. Это было хорошо. Отлично. Превосходно. Запутали. Теперь вы можете войти в комнату, чтобы попрактиковаться в заклятии. Угу. Ну, Гарри, посмотрим, как ты защитишь себя от темных сил. Сначала стрельни своим заклятием Вердемилеем прямо в тьму. Понаблюдай, как светится заклятие Вердемилии. Прогоняет тьму, освещая путь. Иди быстро по следу, пока твое заклятие недолго сдерживает тьму. Удачи, юный колдун. Спасибо, профессор. Так. А... Бобиков тут не валяется никаких? Нет. Жадины, говядины. Огурцы соленые. Так. Вердемилий! Уху! Смотри, какая красота! Удивительно, 5 очков Гриффиндором! По-моему, так никто не заикается. Очков! Так. Хотя... Не знаю. Так. Гарри, я ждал целую вечность! Ты помнишь, что Дамблдор сказал о верхнем замке, о границе для всех студентов? Должно быть, там находится украденный предмет. Давай разделимся и поищем туда дорогу. Зачем? Удачи, Гарри. В смысле, вы меня уже в запретную секцию хотите послать? Зачем? Или же броней нормально запастись. Ману там поднакопить. Сразу иди в запретную секцию. Сверни себе шею. Так, там закрыто. Ладно. Идем сюда. Шею что делать? Ой, братишки, вы... Чё? А, всё? Угу. Ой, ну она в этом месте... Ну ладно, уже нажали, запишемся. Это что? Чё это? Вот так.
Да-да, отлично, Гарри, ты выучил первое заклинание. Пора сразиться с Волан-де-Мортом. Как-то так получается. Что-то как-то... Чё ты сюда вообще пришла? Непонятно. Так. Чё-то меня попутало немножко. Стоп! А это что за дырка? Вот здесь я не была, да? А! Стоп! Ага! Ой! Куда ты пошел? Испугался. Давай, Вердимилий. Верти-мерти-милий. А чё, нет, я не вижу заклятия. А, о, с самого низа. С самых низов. Вердимилий! Ту-ту-ту-ту-ту, аккуратно, аккуратно, сейчас все исчезнет, давай. Да ёшкин! А ну, я отсюда могу вертимильнуть? Нет. Блин. Ну ладно, давай. С самого низа. Вердимилий! Хдыщ. Нет, тормози. А, сникер... с ним. Эть, папа. Красавчик. Так, а там что за дверь? А, ладно, сначала сюда пойдем. Везде успеем. Так, это что, будет сейчас лестница блуждающая или что? Что это? Ага. А вот этот... Я... Ага. А вот шкаф скрытый. Тайный шкаф. Привет, Гарри, у меня есть для тебя веселый сюрприз. За определенное время используй свой нокбаг джинс, задвинь котлы в горячей жаровне. Если ты задвинешь их в угол, приходи ко мне. Удачи! Удачи! Та-да-да-та-чи. Так, и что мне надо? Кот... А, что? Какой угол? Мне надо эти дырки закрыть все. Стоп, все хорошо. Так, спокойно, концентрация. Опачки, одну закрыли. Теперь, ой-ой-ой, аккуратно, ай, двигаемся дальше, время поджимает, но мы, ой, да куда ты, не сдаемся, да, твою ж мать, ну давай, да в чем, шо ж ты, пуф ты, так, я поняла. Играла. Ти-ди-ди-ди-дун. О боже! Снова расставить для тебя котлы! Где? Привет, Гарри! У меня есть для тебя весь за определенное. Ну не настолько время, снова. Если ты задвинешь их. Что-то вы меня совсем слабоумным считаете. Ну так попробуем теперь. Опа. Да блин, Гарри, аккуратно ходи. Не промаж. А? А. Ау. А, все. Блин. Чё ж ты? Давай, аккуратненько в ту сторону. Давай. Оп. Оп, хорошо, быстро. И теперь давай сбоку, вот так. Хорошо, Гарри, ты задвинул все котлы на свои места. Вот тебе карты известных ведьм и колдунов в качестве награды. А там кто? Посмотреть, конечно же. Боуман Райт, 1492 по 560.
Что он сделал? Известен за изобретение золотого воришки. Ну это же Снитч. Какой воришка? Это... Ну ладно. Золотой воришка. Снитч по ночам влетает и конфеты у детей ворует. Нет. Так. Хорошо. Нашли бонусную штуку себе. А здесь что? О, еще один шкаф. А зачем? Ай. Я не посмотрела, есть там что-нибудь. Шо ж я так... Привет, Гарри! У меня есть для тебя веселый сюрприз. За определенное время используй свой ног... Если ты задвинешь их в угол, приходи ко мне. А, еще один урок. О. Это очень интересно. Так. Опачки. Стал. Как родненький, как влитой. Так, теперь вниз. В бок. В бок. В бок. В бок. Вниз. Да вниз, вниз. Так, теперь что там, еще дырки какие-то? А, вот это надо сюда. Ой, аккуратно! Да блин. Быстрее, быстрее двигайтесь. Что ж вы такие? Давай, давай! Эй, ёшкин кошкин! Эй, ёшкин кошкин! Так. Давай, 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 давай. Хорошо, Гарри, ты задвинул все котлы на свои места. Вот тебе карты известных ведьм и колдунов в качестве награды. Да давайте сразу все. Ой, это что, женщина какая? Колдунья. Да. Кассандрова. Блин, Кассандра, что? Клацай его раньше времени. Кассандра Вабладски, 1894 по 1997. Известная предсказательница и автор безоблачного будущего. Угу. Все? Хорошо. Кассандра, предсказатель. Так. Так, ну все бонусы мы здесь собрали. Значит, идем дальше, да? А значит, да. Так, а это что у нас? Ага. Ага. Аккуратно. Не разбейся. Ты еще нужен этому волшебному миру. Давай. Двигайся, двигайся. О, еще что ли секретик? А, нет, это не секретик, походу. Сейчас не котлы будут. Привет, Гарри! У меня есть для тебя веселый сюрприз! За определенное время используй свой нокбак джинс, задвинь котлы в горячей жаровне. Если ты задвинешь их в угол, приходи ко мне. Удачи! Прям какое-то дежавю. Ладно, задвинем котлы и будем закругляться. Шо? Правильно. Соберем себе коллекцию карточек. А сколько их всего, интересно, здесь? Я даже не помню. Блин, тут 5 котлов. Я даже второй еще не задвинула. Давай, 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 Гарри. Двигай. Ой. Вот так. Так, а тебя... Вот сюда. Давай. 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 Так, тебя, понятно, сюда. А тебя вот сюда, давай. Оп. О, да еще мы сейчас успеем, все правильно? Даже торопиться не надо. Ну... Тормозить тоже не надо. Так. И вот так.
Опачки. Опачки, красота. Ой. Это же последний. Что-то прям просто как-то в этот раз. Ти. Хорошо, Гарри, ты задвинул все котлы на свои места. Вот тебе карты известных ведьм и колдунов в качестве награды. Что-то знакомое. Николас Фламель какой-нибудь. Годрик Гриффиндор. А, Годрик Гриффиндор. Все, я думаю, что-то знакомое. Хотя чего может было открывать? Это же этот главный там в Гриффиндоре. Годрик Гриффиндор, средневековье, дата неизвестна. Один из нашедших Хогвартс получил свое имя в честь одного из четырех домов Хогвартсов. Что ж у тебя с лицом, Годрик? Гордый Годрик. Выход. Такой красавчик. Ладно. А, ой! А куда? Стоп. Блин, а вниз я могу? О, могу. Разбиться не очень хочется что-то. Вот здесь прям как текстура, прям как в Боге войны, как будто можно клинками зацепиться и пройтись по потолку. Ну ладно. Гарри так не могёт. Так. А, я здесь на потоке? Блин, страшно. Ладно. Прыжок веры. Так вот. Хватит баловаться. Так, ну это комната бонусов чисто, я так поняла. Хорошо. Как она называлась? Никак. Так, ну на этой прекрасной ноте запомним, что нам надо идти налево. А закончим этот замечательный, веселый выпуск. Забрали все бонусы. На три карты наша коллекция пополнилась благодаря почти безголовому Нику. Котелки подвигали, расслабились. Всем спасибо за просмотр, всем спасибо за поддержку в виде комментариев, лайков, дизлайков. В любом случае, кем бы вы ни были, лайкером или дизлайкером, вам добра, всего хорошего и, главное, здоровья и хорошего настроения. Будьте с нами весело. Вот, до связи.